удалось ли вам все-таки устроить сегодня праздник, шоу настоящее для зрителей? Ну, я не знаю, как для зрителей, но надеюсь, что всем понравилось и все получили удовольствие от игры. Вы сами вот лично удовольствие получили? Да, конечно, получил удовольствие, как это был праздник для нас, для хоккеистов. Все хорошо вообще. Вы сегодня играли в кайф или последние все-таки минуты ради за результат боролись? Ну, мы играли в кайф, я думаю, от первой до последней минуты хотелось получить удовольствие. Как атмосфера на стадионе, понравилась? Да, понравилось, только не понравилось, что в конце, когда награждали, ушли пол стадиона. Никит, для тебя вообще дебют? Все ли так, как представлялся, я не знаю? Ну да, в принципе, все как представлял. Позитивно, хороший настрой и весело. Мы тут стояли, тут не видели, кому MVP дали? Типа лучше. Или не давали? Не давали. Лучшие все, да, получается? А? Лучшие все, да, все вместе? Ну да. А ты бы кого выделил сегодня в сегодняшнем матче? Ну, по-моему, один человек 6 только сегодня забил. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Все здорово.